Что может быть проще, давайте я так спрошу, что может быть проще, чем получать деньги с того, что абсолютно все делают сегодня, каждый день? Что может быть проще, что может быть прибыльнее и денежнее? Ничего, абсолютно ничего. Как сказал один из самых успешных людей всех времен в плане бизнеса, Уоррен Баффет, что для того, чтобы разбогатеть, вам нужно просто быть необходимо перед трендом. Да? То есть просто необходимо быть перед трендом. Ни в середине тренда, ни позади тренда. То есть все очень просто. Очень просто. То есть вы знаете, что люди любят усложнять все сами себе. Вот поэтому, кстати, многие не достигают в этой индустрии того, чего пытаются достичь. Вот просто нужно им знать, что надо быть перед трендом. И все. Как вы думаете, что произойдет, если вы находиться одновременно перед пятью огромными международными глобальными трендами? Абсолютно верно, произойдет то, чего никогда не было. То, чего никогда еще в этой индустрии не было, то и произойдет. Давайте посмотрим, что же произошло уже. Да, то есть я напоминаю, что это уже происходит сейчас. Это не то, что мы думаем, как многие компании говорят. Это то, что происходит сейчас вместе с нами или без нас. Это происходит. Значит, давайте посмотрим, что происходит благодаря этой потрясающей информации. Значит, эта компания бьет рекорды заработков этой индустрии. И я расскажу несколько из сотен и сотен и сотен историй успеха наших партнеров. И с первого человека, с которого я начну, это Тони. Да, он находится в Лас-Вегасе. Вот, и у него была такая не очень приятная ситуация, скажем так, на каком-то этапе в жизни, а было это где-то 1,5 года назад, когда его вызвал к себе хозяин компании, в которой он работал продавцом автомобилей, и сказал Тони, что, знаешь, Тони, извини, да, то есть я тебя уважаю очень, но понимаешь, кризис в дворе, да, то есть я вынужден тебе платить в 2 раза меньше за твою работу. Ты хороший работник, я тебя уважаю, но я вынужден платить в 2 раза больше. Меньше, извиняюсь, в 2 раза меньше за ту же работу. Ну, Тони был, естественно, очень огорчен услышать такое, потому что у него большая семья, но он знал, что нельзя садиться и складывать руки. Нужно что-то искать. Нужно искать план Б. Да, план Б, так называемый. И вот несколько дней после этого он получает звонок от своего приятеля, который делится с ним этой информацией, которую вы сейчас услышите. Да, то есть той же самой информацией, которую вы сейчас услышите. Только информация была намного-намного меньше, менее денежней, да. И благодаря, кстати, этой информации Тони за первые 4,5 месяца заработал более $1 миллиона. Да, я напоминаю, информация была гораздо меньше. Она была намного менее интересна, чем сейчас. Вот такая история. Давайте посмотрим следующую историю. Деннис. Деннис находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. И у него обстояло все гораздо хуже. Хотя он изначально знал, да, то есть у него были знакомые, которые достигли успеха в этой индустрии, стали миллионерами этой индустрии, и он знал, что в этой индустрии можно зарабатывать миллионы долларов. Но он не знал, как и где. Да, то есть все дошло до того, что за более 20 лет, что он пробовал себя в этой индустрии, да, он перепробовал, как он говорит, тысячи и тысячи и тысячи компаний различных. Дошло все до того, что он потерял все. Да, то есть все свои деньги он потратил на входы в эти компании, на покупке того, чего, может быть, и не нужно было, того, чего, может быть, и нужно было, это не важно, да? То есть дошло все до того, что он потратил все до копейки денег. Вплоть до того, что у него отобрали даже дом. Даже автомобиль довольно такой старенький, простенький, да? И когда жена его видела, что происходит с ним, да, то есть она забрала детей и ушла от него. Да, то есть, ну, кто захочет жить с лузером? Никто. Да, то есть, если нет особых чувств, скажем так, сверхъестественных, то никто не захочет жить с лузером. Вот. И поэтому Деннис оставался, в принципе, сам, то есть дошло до того все, что он, в принципе, чуть ли не на улице оставался. Да, то есть без дома, без машины, да, денег нет. Тяжелейшая была ситуация. Но он знал, что будет, да, то есть у него была вера в себя. Будет тот момент, настанет тот день, настанет тот час, когда он получит правильную информацию. И прям, знаете, как волшебство какое-то. Буквально на следующий день, как он говорит, он получает звонок от своего хорошего знакомого Дэйва, который с ним делится этой информацией. И за 4 месяца, заметьте, за первых 4 месяца, человек, который только всегда терял деньги, перепробовал тысячи и тысячи компаний, потерял абсолютно все, да, но у него была немножко еще вера в себя оставалась, хотя ее было все меньше и меньше. И вот с этой вот маленькой частичкой веры в себя, да, за первые 4 месяца с этой информацией, гораздо более простенькой, чем то, что вы сейчас услышите, он заработал более $1 миллиона. Сегодня Деннис живет такой жизнью, что он даже не мечтал. Да, то есть, во-первых, он сразу же свою первую мечту воплотил в реальность, а это была машина Rolls-Royce Phantom, $500 000, да, за первые пару месяцев.
Во-вторых, мечта его была, когда он услышал о том, что появился электрический автомобиль, да, который, в который не нужно вообще заливать бензин, да, то есть который вообще не имеет, скажем, двигателя даже так, как такового, да, то есть маленький там такой движок. Вот, и он загорелся этой мечтой. Да, и буквально на следующий месяц он покупает себе такой автомобиль. Да, то есть сегодня живет Деннис жизнью, о которой он даже не мечтал. Он живет в шикарном особняке, шикарные автомобили, да, роскошь. Вот, вот так вот. За 4 месяца работы, да, усиленной работы, я не говорю, что он телевизор смотрел. Нет, он работал. За 4 месяца работы более миллиона долларов человек, который по жизни всегда все терял. Все деньги потерял. Давайте посмотрим следующий человек. Здесь тоже история очень оригинальная. Джейсон, да, то есть Джейсон вообще сам по себе с Южной Кореи. Вот, но живет в Америке уже довольно-таки давно. Вот, несмотря на то, что живет в Америке, он по-английски почти что не говорит. Да, то есть он смешно очень выглядит, маленького роста, вы видите, что он такой смешной, да, то есть он очень маленького роста. Вот, с него все смеются, издеваются над ним. Но у него была мечта когда-то стать миллионером. Он перепробовал тоже много чего. Да, то есть и в Корее, и ресторан пробовал открыть, не получалось ничего. И за первые 4 месяца в компании он зарабатывает миллион долларов, и за год он становится рекордсменом этой компании, в этой компании, в нашей компании, зарабатывает более 4 миллионов долларов за первый год. Ни в одной компании в этой индустрии таких результатов никогда еще не было. Ни в одной, абсолютно. Да, то есть если человек, который даже не говорит на языке страны, в которой он живет, с которого все смеются и издеваются над ним, да, которого вообще никто не слушает, за 4 месяца зарабатывает миллион долларов, вот, пожалуйста, показатель того, что значит находиться в правильном месте, в правильное время и с правильной информацией. И, естественно, действовать, не сидеть на диване, действовать, само собой. Ну и следующий человек, которого хочу представить, это мой друг, да, то есть я его очень уважаю, выбрал его себе как ментора, да, то есть так же, как и жену, Дэйв Фарадей. Это, кстати, люди, которые побили рекорд этой индустрии. Также за первый год работы в этой компании они вышли на 54-ю позицию во всем мире всех времен этой индустрии, да, в плане заработков. Представляете? За первый год существования компании. То есть, естественно, таких результатов не было абсолютно ни у кого. И, кстати, Дэйв в свое время, он даже школу не закончил, среднюю. Да, то есть у него даже образования нет. Да, то есть он работал на самых тяжелых работах. Да, то есть, как говорится, самые безденежные работы. Да, за копейки работал, самые тяжелые, никто не хотел ему даже денег платить. Да, человек, который даже школу не закончил. Здесь за первые 4 месяца миллион заработал и за год заработал около 3 миллионов. Но для меня было важно не то, что сколько он заработал, а для меня было важно, когда выбирал себе спонсора, что он сделал для своих людей. Да? И этот человек установил рекорд этой индустрии в плане помощи. Да? То есть он помог 6 партнерам своим, самым серьезным, да, которые хотели достичь своей цели, заработать более миллиона долларов. Кто-то из них заработал 4 миллиона, кто-то 3 миллиона, кто-то 2 миллиона. Да? Я уже не говорю про тех людей, которые заработали более полумиллиона. Я не говорю про тех людей, которые заработали сотни тысяч долларов за первый год существования компании. Такого не было абсолютно нигде. Да, то есть почему я рассказываю вам эти истории успеха? Просто-напросто я хочу показать, что если люди, вот такие вот люди, которые ничего, как говорится, не добивались по жизни, да, то есть простые люди, да, в этой индустрии, которые ничего не достигали, скажем так, если они в этой компании достигают таких высот, то что говорить о тех людях, которые, да, чего-то достигали? Что говорить о тех людях, которые живут в своей стране и говорят на своем языке? Что говорить о тех людях, которые находятся в начале своего рынка, как они были в начале американского рынка когда-то? То есть сами представьте, сами ответьте себе на эти вопросы. Что это значит для вас? Вот, кстати, сила дигитального продукта. С каким физическим продуктом, самым лучшим в мире, вы можете достичь такого? Пока что за более 100 лет существования этой индустрии ни одного продукта не было, с которым можно было достичь таких результатов физического. Вот она, сила дигитального продукта. Вот что значит находиться в правильное время, в правильном месте и с правильным продуктом, с правильной информацией. Естественно, действовать. Это само собой. Пожалуйста, выключайте микрофон, тот, кто подключается. Итак, давайте посмотрим, благодаря кому это все стало реальным. Благодаря этому потрясающему, гениальному бизнесмену, которого зовут Рик Майки, великолепному человеку. Да, вот, человек, который достиг потрясающих высот не просто как бизнесмен. Да, этого мне недостаточно сегодня. Не просто как дистрибьютор заработавших миллионеры. Мне этого сегодня недостаточно. Это я уже пробовал раньше. Да? А именно как хозяин сетевых компаний международных, которые он вывел на сотни и сотни и сотни миллионов долларов. Вот такой вот руководитель компании меня, да, устраивает сегодня.
Вот, то есть у Рика более 20 лет опыта как хозяин сетевых компаний. За эти более 20 лет он вывел две международные сетевые компании, которых он являлся хозяином, на потрясающие результаты на международном уровне. Человек, у которого великолепная репутация на международном уровне, отличное имя. Вот, человек, который давно мечтал создать компанию своей мечты. Да, создать ту самую компанию, которую он мечтал всю жизнь. Компания, которая сможет помочь абсолютно каждому человеку на планете, и неважно, где он находится, в Африке, в Азии, в Европе, в Америке, в Австралии, Папуа-Новая Гвинея, это неважно, где он находится. Да, где бы он ни находился, он должен иметь возможность достичь своей цели. И не за 3-5 лет, да, это в других компаниях будет достигать 3-5 лет, у кого много времени, а за несколько месяцев, если человек серьезно настроен на успех. Да, то есть вот такую компанию Рик создал, то есть те две компании, в которых он был хозяин, он их продал для того, чтобы создать компанию своей мечты, и те две компании, естественно, до сих пор находятся в бизнесе и никуда не собираются, потому что компании очень прибыльные, солидные, да, и пришедшие надолго, да, и, естественно, Рик создавал компанию не хуже, чем то, что он создавал ранее, да, а на самом деле намного лучше, чем то, что он создавал ранее, потому что он выбрал правильный продукт, заметьте, он выбрал продукт 21 века. И не только 21-го, а продукт, за которым идет будущее. Продукт, который имеет море клиентов. Даже не нужно никому рассказывать про этот продукт. Его ищут так или иначе. Вот такой вот продукт он выбрал для нас сегодня. Итак, давайте посмотрим, кто же еще находится у нас в штаб-квартире, так называемой. Тоже вице-президент компании. Ну, во-первых, вопрос такой к вам. Как вы думаете, Рик Майки возьмет кого угодно на должность вице-президента? Естественно, нет. Да, то есть он взял человека, который имеет потрясающие результаты. Да, то есть Дойс Барнс, да, это наш вице-президент компании, имеет опыт более 25 лет в индустрии сетевого маркетинга и в бизнесе имеет опыт более 46 лет. Да? Успешнейший бизнесмен. У него сеть крупнейших магазинов ювелирных не только по Америке, а на международном уровне. Да, то есть человек, который в этой индустрии поставил рекорд. Да, в сетевом маркетинге, он является один из 13 официально зарегистрированных во всем мире долларовых миллионеров сетевого маркетинга. И это он все достиг своей первой компании в этой индустрии. Человек, у которого потрясающая репутация, так же как у Рика. Великолепное имя в этой индустрии. Человек, который собирал так же как Рик залы в десятки и десятки тысяч людей. Человек, за которыми идут тысячи людей по всему миру. Вот такая вот... У нас потрясающая команда, вот такое руководство. То есть я не буду дальше рассказывать, как вы понимаете, у Рик Майки подход очень прост, да, то есть он выбирает просто самых лучших. Итак, давайте посмотрим, что же сделали нам эти потрясающие бизнесмены гениальные. Они создали просто великолепную компанию, да, с потрясающей идеей, с великолепным видением, да, что будет происходить. И, кстати, давайте посмотрим результаты этой компании за первый год ее существования. И это не я рассказываю, да, это журнал, который называется Business for Home, да, который следит за всем происходящим в сетевом маркетинге во всем мире. Да. И по опросам людей на планете Земля, наша компания считается номер 6 в мире за первый год ее существования. Номер 6 в мире за первый год существования. Это просто потрясающе, просто великолепно. Это результат, который ни одна крупнейшая компания пока что... Да, не достигала за первый год своего существования. Какую бы вы ни взяли компанию, неважно какую, ни одна компания такого не достигала. Вот, пожалуйста, еще одно подтверждение того, что вы наконец-то нашли то, о чем вы мечтали всю жизнь. Я поздравляю вас, дорогие друзья, потому что я также об этом мечтал всю свою жизнь. Я также к этому шел. И я рад эту компанию представить на русскоязычном рынке. Да, то есть компания, которая создаст множество миллионеров русскоязычных и не только русскоязычных. Итак, давайте посмотрим, благодаря чему все это стало возможным. Смотрите. 5 глобальных трендов, которых никогда не было еще в истории сетевого маркетинга. Вот он продукт. Вот это продукт, который позволяет создать такие результаты. Вот он. Да, то есть, что такое 5 глобальных трендов? Что такое тренд? Давайте рассмотрим так. Потому что многие не понимают, что такое тренд, к сожалению. Значит, тренд это то, что имеет спрос. Большой спрос, огромный спрос, ошеломляющий спрос. Вот это тренд. А у нас 5 глобальных трендов. Помните, что сказал Уоррен Баффет? Чтобы заработать очень много денег, вам нужно просто быть перед трендом. Перед одним трендом. А у нас 5 трендов. Кстати, наши миллионеры, которых вы видели, которых я представил, они все это сделали с двумя трендами первыми, которые были тогда.
когда они начинали. Сейчас у нас 5 глобальных трендов, и это еще не все. Еще у нас есть неплохой сюрприз, об этом я чуть позже расскажу. Итак, давайте посмотрим, какие же 5 трендов. То есть, что сегодня имеет огромный спрос на рынке среди всех людей планеты? Да, заметьте, для тех из вас, кто занимается бизнесом не первый месяц и не первый день. Да, то есть вы должны понять очень важный момент, потому что я часто слышу эту ошибку от моих партнеров. Значит, есть такое понятие, как клиент, да, и есть такое понятие, как партнер. Значит, в партнере есть тоже два понятия. Есть такое понятие, как продавец, и есть такое понятие, как сетевик. Да? Значит, в чем разница? Давайте посмотрим. Ну, клиент – это тот, кто использует продукт, тот, кто употребляет продукт. Да? Продавец – это тот, кто продает ему продукт такой, этому клиенту. Да? То есть, тот, кто подойдет к вам к двери, постучал, дверь открыл, да, то есть, вы дверь открыли, ему он говорит, хотите витаминчики? Вы говорите, нет, спасибо, это продавец. Да? И есть сетевик, то есть, профессионал маркетинга. Что такое маркетинг? Маркетинг – это когда информация, благодаря людям, доставляется с точки А в точку Б. Вот это маркетинг. Да, то есть это не продавец. Да, то есть многие из вас путают продавец и маркетинг. Это абсолютно две разные вещи. Да, то есть вы просто-напросто делаете то же самое, что вы делаете, вот, например, после ресторана хорошего. Вот вы в ресторан пошли, хорошо покушали. Да, то есть вам понравилось все, музыка шикарная, да, хорошая компания была, отличная обстановка, да, недорого заплатили еще. Да, то есть все, вы об этом ресторане всем расскажете. Так мы построены, люди так построены. Мы об этом расскажем всем. Всем близким, друзьям, знакомым. То есть мы делаем натуральным образом маркетинг ресторану. А зачем мы ресторану маркетинг делаем? Потому что мы так построены. Да? То есть человек так устроен, что он делится тем, что ему понравилось, с другими людьми. То есть человек так устроен, что он постоянно, каждый день делает маркетинг. Заметьте, каждую минуту он делает маркетинг. Даже в своей семье, да, то есть, слушай, дорогая, посмотри классный фильм, да, то есть, я вот посмотрел там у друга, классный фильм, посмотри. То есть, мы так устроены, что мы постоянно занимаемся маркетингом. Абсолютно бесплатно, кстати. Представляете? То есть, здесь нам за эту же самую работу платят вот такие вот деньги, как вы видели до сих пор. Хотели бы вы, чтобы вам ресторан за 4 месяца заплатил $1 миллион? Он бы, если хотел бы, не смог бы, потому что он сам столько не заработает. Откуда ему столько денег взять? То есть вот она сила 5 глобальных трендов. Здесь, в этих трендах, есть не только миллион, а миллиард есть. И не 1 миллиард, и триллион есть долларов. Итак, давайте посмотрим, что же за 5 глобальных трендов. То есть, что нужно сегодня людям планеты Земля? Да, то есть я напоминаю, что эти тренды были выбраны благодаря Google. Знаете Google? Вот благодаря Google были выбраны 5 глобальных трендов, которые нужны всем. Да, и давайте посмотрим первый тренд, который нужен всем. То есть вам не нужно ходить к людям, стучать в дверь и говорить, тебе нужно вот это? Нет, им это нужно, потому что они этим пользуются. Вот это что значит тренд? Да? Итак, то, что нужно сегодня всем людям планеты, то, чем пользуются все люди планеты, это, естественно, социальные сети. Я не буду много рассказывать. Посмотрите вокруг вас. Вы знаете кого-то, который не находится на социальных сетях? Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке, там, я не знаю, Твиттере, LinkedIn, там, YouTube, Google+, Google-, я не знаю, да? Вы знаете кого-то такого? Ну, я лично не знаю. То есть у всех людей сегодня есть социальные сети. У кого-то 3 сети, у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 20, у кого-то 1. Да? То есть я удивляюсь даже, когда вижу людей, которым за 80 лет, которые сидят в Фейсбуке, там переписывают или в игры играют какие-то. Или там в Одноклассниках сидят. За 80 лет людям. Вот она, сила социальных сетей. То есть социальные сети сегодня – это индустрия более $300 миллиардов. Вот он тренд. То есть что компания сделала? Она сделала просто гениальное. То, чего, кстати, пока не было ни в одной компании еще. Да, то есть что вы видели в других компаниях? Вы видели новые социальные сети какие-то. Нужны кому-то эти новые социальные сети? Нет, конечно, а кому не нужны? Знаете, сколько сегодня социальных сетей? 1000 социальных сетей. У людей времени нет сегодня сидеть на 1000 социальных сетей, если бы даже хотели. Что компания сделала? Они построили платформу, которая объединяет все абсолютно социальные сети. Абсолютно все социальные сети. Представляете, что это? То есть сейчас вот этот поток людей, а это миллиарды людей, более миллиарда людей на социальных сетях. Сейчас более миллиарда людей ринутся сюда. Почему? Потому что здесь, с того, что они делают там, они могут зарабатывать. Там они не могут зарабатывать. Там зарабатывают хозяева социальных сетей. А здесь они могут зарабатывать с того, что они делают там. То есть продолжать делать то, что они делают, просто еще получать деньги.
Знаете кого-то, который откажется получать деньги за то, что он делает каждый день? Естественно, нет. Вот она, первая индустрия огромнейшая. Да? Давайте посмотрим, как выглядит, кстати, наша социальная платформа, которая называется Touch, так называемый браузер или портал, скажем так. Вот, значит, вы видите несколько здесь скринов, я не буду вдаваться в подробности. То есть вам проще-напросто зайти на эту ссылку, зарегистрироваться и посмотреть, у вас будет доступ 24 часа абсолютно бесплатно ко всем функциям, то есть просто посмотрите, что, чего, почему, попробуйте все, да, чтобы убедиться, что это такое, вот, увидеть, насколько это ценный продукт, ценнейший продукт. Компания, кстати, потратила более 8 лет на создание этой платформы. Более 8 лет программисты компании работали над этим. Более 200 миллионов долларов компания сюда, как говорится, вкладывала в эту портал, в этот. Более 200 миллионов долларов, чтобы создать то, что позволит людям зарабатывать деньги с того, что они делают каждый день. Вот она, потрясающая, гениальная идея, да, то есть видение руководства компании. Да, то есть, естественно, сюда все люди постепенно переходят со всех социальных сетей. Почему? Потому что здесь они могут получать деньги за то, что они делают там. Да, то есть, что они там делают? Что бы они ни делали, они пиарят эту социальную сеть. Кто зарабатывает с этого, хозяева этой социальной сети. Они что-то получают? Ничего. Даже спасибо не получают. Да, то есть Рик Майки объявил, что настало время, чтобы мы, пользователи этих социальных сетей, начали с этого зарабатывать. И я с ним абсолютно согласен. Действительно, настало такое время. А что это вдруг мы сидим, кому-то зарабатываем деньги? Это же глупо, когда можно зарабатывать деньги себе, а не кому-то. Нам же тоже деньги не помешают. Давайте посмотрим следующий огромный тренд. Следующий огромный тренд, он, кстати, является на сегодня, слушайте внимательно, это является на сегодня самым быстро развивающимся сегментом на интернете. Как вам такой продуктик? Вот он продукт. Ни витамины, ни крема, ни баночки, ни скляночки, ни инструменты, ни, я не знаю, что там, ни обучалки какие-то, да, то есть это все, это уже было все, да, этого уже море. Да, то есть, а именно то, что является самым быстро развивающимся сегментом на интернете, которого никогда еще не было в этой индустрии. Вот он продукт. Вот он продукт, который сделает миллионеров, и не одного, а множество, или может быть даже миллиардеров. Значит, что это за тренд? Это социальные интерактивные игры, как вы поняли. Да, то есть я не знаю, как вы, но лично я получаю на социальных сетях, ну я не знаю, сотни, наверное, запросов поиграть в какие-то игры. Да, то есть люди сидят, играют в эти игры. Кстати, знаете, что статистика говорит? 55 миллионов человек в день приходят на социальные сети играть в социальные интерактивные игры. 55 миллионов человек в день. Представляете? То есть мне не важно, вам это нужно или не нужно. Мне это нужно или не нужно. Мне это не важно. Мне главное, что у меня есть продукт, который нужен всем. Вот что мне важно. Огромная индустрия, огромнейшая. Которая, кстати, сегодня уже не 12, а более 50 миллиардов долларов на сегодняшний день. Вот. И как говорили эксперты в прошлом году, что она увеличится до 83 миллиардов до конца следующего года. Но я думаю, это будет гораздо больше, кстати, чем 83 миллиарда долларов. Теперь мы с этого можем зарабатывать. Что компания сделала? Она построила вот эту вот площадку. Вот видите, ссылка. Вот, на которой мы можем не просто играть, да, то есть иметь море удовольствия, как мы делаем так или иначе каждый день, а мы можем зарабатывать с того, что мы делаем так или иначе каждый день. Вот она, гениальная идея, вот она. Давайте посмотрим третью индустрию, следующий тренд, которого никогда еще не было в этой индустрии, в индустрии сетевого маркетинга. Это, кстати, мультитриллионная, заметьте, не миллиардная, а мультитриллионная индустрия, которая никогда еще не была в сетевом маркетинге. Естественно, я говорю о спорте. Я не знаю, как вы, да, но я был бы рад, если бы я услышал об этом пару лет назад, что я могу зарабатывать со спорта, с того, что все делают в плане спорта. А что все делают? Смотрят, болеют, да, за команды свои, за своих спортсменов. Но самое интересное, что они с этого зарабатывать ничего не могут. Да, они могут выиграть какие-то выигрыши тут и там, но зарабатывать с этой индустрией они не могут пока что. Что компания сделала? Она сделала просто гениальное. Она построила площадку, вот, кстати, ссылка, с которой мы можем не просто наблюдать за нашими любимыми командами или спортсменами, любимыми видами спорта, соревнованиями. Кстати, Евровидением, которое сегодня будет проходить, мы можем не просто наблюдать, мы можем иметь те же самые эмоции, тот же самый адреналин, но также еще к этому, ко всему, мы можем еще и зарабатывать с этого. Как вам такая идея? Вы знаете кого-то, который так или иначе смотрит, например, Евровидение, он бы хотел еще и заработать на этом.
Естественно, каждый тот, кто смотрит, будет рад заработать на этом, естественно. А кому деньги помешают? Никому. Будь это миллионер, миллиардер, бедняк, богат, это не важно. Деньги сегодня никому не мешают. Все хотят заработать больше. Вот благодаря этой потрясающей площадке для нас открывается возможность зарабатывать с этой огромной индустрией, мультитриллионной индустрией. Давайте посмотрим еще одно огромное направление, еще один тренд, которого никогда не было в этой индустрии, в сетевом маркетинге, я имею в виду. Это, естественно, индустрия, которая составляет более 50 миллиардов долларов сегодня, которая, как сказали эксперты, утроится, заметьте, утроится в 3 раза больше до конца следующего года. Естественно, как вы догадались, это индустрия казино. Да, то есть индустрия, которая приносит столько положительных эмоций, столько адреналина. Да, то есть посмотрите, что происходит сегодня в Лас-Вегасе. Я когда был в Лас-Вегасе, я чуть не упал. Уже казино в туалете находится. Да, прям дверь открываешь, и стоит казино аппарат. То есть вот за этим будущее. Да, то есть то, что нужно всем, то, что приносит море удовольствия, развлечений, адреналина, эмоций положительных. То есть что сегодня человеку нужно, чтобы полностью не свалиться? Нужны эмоции положительные. Да, то есть нужно иметь этот адреналин, который человека заставляет идти вперед. Да, иначе жизнь же у многих тяжелая, потому что они выбирают такую жизнь. Да, то есть они сами себя в клетку садят, работая на дядю Васю, на дядю Степу, дядю Сашу и так далее. Они садят себя в клетку. То есть то, что нужно всем, посмотрите на эти продукты. Потрясающе. Значит, до следующего конца следующего года эта индустрия утроится, как сказали эксперты в прошлом году. Значит, что компания сделала? Она построила площадку, на которой мы можем не просто иметь море удовольствия, адреналина и положительных эмоций с этой великолепной индустрией, да, а мы можем также и зарабатывать с этой огромнейшей мультимиллиардной индустрией. Кстати, знаете, что сказал Caesars Palace? Это огромнейшее казино на международном уровне, которое находится в Лас-Вегасе, один из грандов в плане казино во всем мире. Они сказали в прошлом году, что больше они ни копейки не будут инвестировать в казино на Земле, в Лас-Вегасе. А они будут инвестировать свои деньги в казино онлайн. Почему? Потому что сейчас происходит переход с Земли на онлайн, на интернет. Да, то есть переход с физического на дигитальное. Да, нравится это кому-то, не нравится, это их проблема. Такой переход происходит так или иначе, с ними или без них, нравится или не нравится. Тот, кто понял, тому повезло. Не понял, не повезло, поймешь потом, если повезет. Да, если не повезет, значит не поймешь. Значит, будешь смотреть на других и говорить, ух ты, какая машина поехала, видно, повезло кому-то. Нет, он просто понял, что происходит переход сейчас на дигитальное. Да, то есть мы работаем в плане казино. Естественно, это не наше казино, то есть мы работаем с международной компанией, которая существует более 10 лет. То есть зачем нам головная боль создавать свое казино, получать на него лицензию, да, то есть это не так просто в казино получить лицензию. То есть мы работаем сегодня с казино, которое имеет лицензию уже более 10 лет и имеет лицензию на весь мир абсолютно. Да? Эта лицензия называется Tier One License, вот название. То есть с этой компанией международной мы построили площадку, вот ссылка на нее, на которой человек может не просто иметь море удовольствия и эмоций, играя в казино, да, то есть он теперь не должен ехать в Лас-Вегас, лететь и тратить море денег на дорогу там, и так далее, там время тратить, а он может сегодня просто в тот же самый Лас-Вегас создать себе дома. Чем хуже? Да, еще друзей позвать всех. То есть все теперь смогут вместе с ними иметь море удовольствия, эмоций, да, еще и зарабатывать с этого. То есть вообще мечта. Да, то есть, кроме того, что здесь у нас просто казино онлайн, у нас есть также и интерактивное казино. То есть, что значит интерактивное? Это значит, что вы видите вот этих прекрасных девушек, красивых, да, вы слышите, как они раскручивают рулетку, вы слышите, как они раздают карты, да, то есть, как будто казино переехало к вам домой. То есть, разве это не мечта человека, да, чтобы не он поехал в казино, а казино приехало к нему? И принесло это море эмоций, море положительных, как говорится, чувств и адреналина к нему домой. И еще он еще и с этого и зарабатывал деньги. Не с выигрышей, я имею в виду, а именно в плане бизнеса. Выигрыш это сам собой, выигрыш, проигрыш это само собой. Да, то есть это само собой находится в казино. А именно вот с того, что он открыл двери для себя в эту индустрию, как бизнесмен или бизнесвумен. Вот они продукты. Да, то есть, заметьте, не то, что нужно там Саше, Маше, Пете, Степе, да, а то, что нужно всем. Международные, глобальные, огромнейшие тренды. И давайте еще одну потрясающую индустрию я открою для вас. Многие из вас, которые первый раз слушают информацию, наверняка еще пока не слышали об этом. Я сам благодаря компании услышал об этом недавно. Вот эта индустрия, которая набирает просто неимоверные обороты.
Да, то есть индустрия, которая сегодня составляет уже более 70 миллиардов долларов. Представьте, я нахожусь в Канаде, и я никогда об этом не слышал, что в Америке 35 миллионов человек в прошлом году играли, да, в фэнтези-спорт. 35 миллионов. А я даже никогда об этом не слышал. Представляете? Так же самое, как вы наверняка. Первый раз услышали сейчас. Да, то есть огромная индустрия, которая имеет огромный интерес, огромный спрос. Да, то есть это индустрия, которая создаст, я в этом уверен однозначно, создаст очень много миллионеров в нашей компании, не только в нашей компании, вообще как индустрия сама. Да, то есть посмотрите на эти цифры. Это в миллионах долларов только по Америке. Да, это вот интерес каждому фэнтези-спорту именно в Америке. Сейчас я расскажу, что такое фэнтези-спорт. Давайте посмотрим, что же компания создала. Компания создала площадку, вот вы видите ссылку, на которой вы можете не просто пользоваться продуктом этим потрясающим, который дает столько эмоций положительных, да, то есть море эмоций просто, а также вы можете зарабатывать с этой огромной индустрией в 70 миллиардов долларов, которая растет просто сумасшедшим темпом. Кстати, я сказал про Америку, 35 миллионов человек в прошлом году использовали этот продукт, а кстати в Англии каждый десятый англичанин использует этот продукт. Представляете, какой спрос продукции? Вот, вот он тот самый продукт, который создаст множество миллионеров. Значит, что такое фэнтези-спорт для тех, которые первый раз слышат? Значит, представьте, что вы, например, являетесь тренером команды какой-то там, ну, любого спорта. Возьмите любой спорт, который вы любите, да, или возьмите Евровидение даже, давайте так скажем, Евровидение. Вот вы, допустим, тренер команды, которая выезжает на Евровидение, допустим, там. Ну, скажем, вы работаете с этим певцом, который будет петь на Евровидении, допустим, да? Вот, то есть... Ну, в плане певца это сложнее, скажем так, давайте возьмем команду, потому что здесь именно более командная, скажем так. Значит, вы являетесь тренером команды, да? Значит, представьте, что у вас есть возможность создать команду из тех игроков, которых вы захотели бы иметь в команде. Кого вы выбрали в команду свою? Естественно, самых лучших игроков. И неважно, это дорогие игроки, недорогие, да, то есть давайте возьмем, например, тот же хоккей, допустим. Да, то есть, естественно, вы как тренер команды выберете самых дорогих игроков, да? Но, заметьте, здесь вы это можете сделать. На любой другой площадке Fantasy Sport вы этого не можете сделать, потому что там есть бюджет. Да, то есть, например, вам дается полмиллиона долларов, и отталкиваясь от этого бюджета, вы можете выбрать игроков. Да, то есть вы лимитированы там. Здесь, на нашей площадке, у нас нет абсолютно никаких лимитов. То есть представьте, что происходит сейчас. Абсолютно верно. Сейчас все вот эти клиенты, которых привлекла эта потрясающая индустрия Fantasy Sport в 70 миллиардов долларов, они сейчас сюда, все сюда ринутся, да, к нам. Почему? Потому что здесь нет никаких лимитов. То есть здесь просто выигрывать гораздо проще. То есть просто вы выбрали всех игроков самых лучших, самых дорогих, да, потому что бюджета никакого нет. Естественно, это поднимает шансы на победу в сотни раз. Все просто здесь. Знаете, кстати, я когда первый раз попробовал поиграть в Fantasy Sport, просто для себя посмотреть, что за продукт. Да, сколько эмоций мне принесет. За первый раз, что я попробовал поиграть, я даже не знал правил. Да? Я выиграл приз денежный. Второй раз поиграл, и второй раз выиграл денежный приз. То есть представьте, насколько просто. Я просто взял самых дорогих игроков, посмотрел, сколько стоят игроки, да, что говорят эксперты, и взял их в команду свою, и все. Представляете? Здесь, кстати, Fantasy Sport у нас даже просто клиенты. Просто клиенты. Посмотрите на этот снимок следующий. Просто клиенты могут получать... Да, здесь вы видите некоторых клиентов, которые даже 2500 долларов получали, просто используя продукт. У меня вопрос к вам. Знаете ли вы одну компанию в сетевом маркетинге, в которой клиент, который пользуется продуктом, может получить 2500 долларов? Даже никому не рассказывая об этом. Такого нету. Такого нету. Впервые в этой индустрии новинка. Продукт, которым клиент, который пользуется, может получать денежные призы. Вот такие, так, кстати, призы даже. И даже больше. Да, то есть вы видите, кстати, на экране, это один из видов соревнований, которые есть на нашей площадке. Да, то есть в этом конкретном виде соревнований каждую неделю разыгрывается 5000 долларов. Да, и у нас есть 50 победителей каждую неделю. Каждую неделю 50 человек получают деньги. За что? За использование продукта, который приносит море удовольствия. Просто? Абсолютно. Да. Сейчас у нас, кстати, есть максимальный приз денежный, который я видел, и компания постоянно добавляет еще, да, то есть уже максимальный приз я видел 8700 долларов клиент, который просто приходит поиграть, да, просто получить эмоции и удовольствие. Так или иначе он поиграет, здесь или не здесь. Если вы покажете ему, что здесь он может поиграть и гораздо проще выиграть, то, естественно, он с вами будет, он будет ваш клиент сразу же, без вопросов.
Да, то есть $8700 клиент может получить сегодня, просто придя за удовольствием. Где такое есть? То есть я думаю, теперь у вас потихонечку складывается картинка, да, в голове, почему в этой компании достигаются такие результаты. Да, потому что просто правильные продукты выбрали. То есть просто за нас сделали тяжелейшую работу. Просто у нас есть руководитель компании, который думает за своих людей в первую очередь. Да, он хочет, чтобы его людям деньги зарабатывались просто и с большим удовольствием. Вот она сила того, что здесь есть. И это еще не все, кстати. Да, готовы? Давайте посмотрим еще одну потрясающую, огромнейшую индустрию, мультитриллионную индустрию, которая приносит море удовольствия, море развлечений, море эмоций положительных. Да? Естественно, это относится к нашей теме, само собой, потому что это приносит тут также море эмоций положительных и море удовольствия. Да? Это мультитриллионная индустрия. Эта индустрия была ранее в сетевом маркетинге, но то, что компания сделала с этой индустрией здесь, в нашей компании, да, то есть такие продукты, которые они здесь создали в этой индустрии, такого еще никогда не было. Это просто бомба. Это просто бомба. Итак, я говорю, естественно, о индустрии путешествий, отдыха и туризма. Знаете ли вы кого-то, который не хотел бы увидеть мир? А мир такой прекрасный. То есть столько всего прекрасного в мире. То есть прожить жизнь и не увидеть мир, это просто огромная потеря. Это ошибка огромная. Да? То есть мир прекрасен, просто великолепен. Такие места есть, просто парадайз, да, то есть райские места. Вот, то есть эта индустрия, как вы видите, имеет огромный интерес в мире. Ну, это вы знаете. Кстати, то, что вы, может быть, пока еще не знаете, это то, что самое популярное слово, которое вводится в поисковик на Google, знаете какое? Путешествие. Самое популярное слово. То есть вот такой продукт доступен также для наших партнеров, которые пришли зарабатывать деньги. Самый популярный продукт в мире. Путешествие. Да, это не я говорю, это Google говорит. Да, кстати, эта индустрия, как говорят эксперты, удвоится в ближайшие 7-10 лет. Удвоится. То есть 16 триллионов долларов. То есть вот эти удвоения, утроения, знаете, к чему приводят? К тому, что те, кто работают в этой индустрии с таким продуктом, это будущие миллионеры и миллиардеры. Все просто. Итак, давайте посмотрим, какие же продукты компания создала. Ну, давайте начнем с такого продукта, о котором мы пока еще не слышали. Потому что такого не было никогда еще в этой индустрии. Это гарантированная самая низкая цена. Как вам такой продукт? То есть вот представьте, ваш знакомый, там, Серега, говорит, допустим, там, если вас зовут, допустим, Владимир, там говорит, Володь, я вот еду отдыхать в Турцию. Да? А вы можете ему сказать, слушай, Серега, а что ты столько денег тратишь? Давайте дешевле сделаем. Что он ответит вам? Он скажет, конечно, давай, спасибо. Все, вот он продукт. Вот с таким продуктом легко строить бизнес. Не доказывать ничего, не показывать ничего. Серега, давайте сделаем то же самое, намного дешевле. Лучше ты эти деньги на свою семью потратишь. Поездите по стране, посмотрите, там же красиво. Вот. То есть вы делаете дружескую услугу. Серега этого не забудет. Вы за него подумали. Вот такой, это первый продукт, который я хотел представить в плане путешествий. Давайте посмотрим второй продукт. Как вам такой продукт, пакеты, все включено? То есть, значит, знаете, что это значит? Это значит, что вы едете отдыхать в полном смысле этого слова. Давайте разберем, что такое отдых. Да, потому что не все понимают, что такое отдых. Да, то есть отдых, если вы едете отдыхать и постоянно думаете, слушай, а мне денег хватит с собой, которые я взял? Это разве отдых? Это не отдых. Это мучение. Потому что хочется все попробовать, да, а денег в обрез. Это не отдых. Знаете, что такое отдых? Это когда вы деньги вот заплатили за пакет, все включено, да, прилетели туда, и вы ни о чем не думаете. Вот это отдых. Кроме того, что вы ни о чем не думаете, вы находитесь в самых эксклюзивных, люксовых, шикарнейших резортах планеты. Какие? Сейчас посмотрим. И знаете, сколько все это стоит? На тысячи и тысяч долларов дешевле, чем вы найдете. Как вам такой продукт? Вот это продукт, вот это бомба. Кроме того, да, то есть те партнеры компании, которые сейчас регистрируются на пакет VIP, это самый популярный пакет в компании, как вы поняли, да, получают подарок. Путешествие на двоих человек. Куда? В резорт номер один планеты. Самый популярный резорт планеты. Который находится в Мексике. Подарок от компании. Как вам такой подарок? Ну, это те, которые поторопятся.
Те, которые будут ждать, ну, потом может этого не быть, я не знаю. Вот. Итак, давайте посмотрим. Кстати, вот то, что я говорил, да, то есть давайте вот посмотрим, например, на этом примере. Это, кстати, пакет, все включено на двух человек, заметьте, два человека. Все включено, да, то есть, да, вы меня правильно слышите, все включено, абсолютно все включено. Да, то есть в шикарнейшем резорте, то есть резорт номер один планеты в Мексике. Да? То есть что значит все включено? Давайте разберем немножко, потому что я вижу, что не все понимают меня сразу, что значит все включено. Да, потому что это слишком странно слышится, да, что все включено и по одной цене. Значит, я вам просто приведу пример. Вот, кстати, мои друзья сейчас приехали, кстати, с этого же резорта. Да, был потрясающий отдых, великолепный, море эмоций положительных, отдохнули, класс просто. Вот, знаете, что мне сказали? Что в тех ресторанах, которые они кушали, они просто спросили, сколько стоит вот то, что они покушали. Знаете, сколько им сказали? Более $300 один раз, что они покушали в ресторане. Они были там 5 ночей и 6 дней. Более $300, считайте сами. И, кстати, они могут кушать не один раз, они могут кушать 10 раз, и 30 раз, и 100 раз. Их никто не проверяет, они VIP-люди, VIP-партнеры. VIP-клиенты. То есть они приходят и кушают все, что хотят. И сколько хотят. И пьют алкоголические напитки столько, сколько хотят. И никто ничего не скажет. Хоть бутылка за бутылкой. Да, все аттракционы, все включено. Да, то есть спа, массажи и так далее и тому подобное. Все абсолютно включено. Вот это отдых. Пятизвездочный резорт. За какую цену? Сейчас будете смеяться. $999 и это на двоих человек. $999. Ради интереса, кстати, когда увидел этот пакет, я позвонил, у меня знакомая здесь в Монреале есть, которая работает с крупными корпорациями местными. Вот, я спросил ее, сколько мне будет стоить вот точно такой же пакет, все включено. Вот, дал те же самые числа, даты и так далее, да, два человека. Значит, она мне позвонила, сказала $1500. Я говорю, на одного? На двоих? Она говорит, она рассмеялась, говорит, что значит на двоих? На одного. $3000 тот же самый пакет. То есть экономия более $2000 на одной поездке. А если я хочу два раза в году поехать отдыхать, или три раза, или пять раз, или каждый месяц, с такими ценами можно каждый месяц ездить отдыхать. А почему бы нет? Ведь жизнь прекрасна. Ведь жизнь уходит, да, то есть она не идет в плюс, ее не становится больше, ее становится с каждым днем, с каждой минутой меньше и меньше и меньше и меньше. То есть не успели увидеть, значит опоздали. А ведь мир прекрасен. Давайте посмотрим далее. Да, то есть роскошнейшие путешествия. Да, по, скажем так, королевские путешествия, королевский отдых по цене студенческой. Вот такой потрясающий продукт. Вот. Давайте посмотрим, кстати, некоторые из направлений, которые у нас есть уже сейчас для наших клиентов и для нас. Вот. Ну, начнем, например, с такого направления, как Орландо. Да, то есть Орландо, там, где находится Диснейленд. Да, то есть Диснейленд, вот, той же на двух человек, все включено, смотрите, сколько всего включено. Просто, скажем, Paradise, да, то есть рай, райское место, да, то есть мечта любого ребенка, да, то есть можете поехать отдыхать, да, по цене просто смешной, да, то есть, ну, просто смешная цена, то есть таких цен нет. Давайте посмотрим далее, Дубай, да, то есть я думаю, что наверняка многие сейчас спрашивают, ну, это видно только для них, для Америки. Нет, у нас международный продукт путешествия, для всех стран мира абсолютно. Дубай, посмотрите на эту роскошь, класс, тоже на двух человек, все включено абсолютно. То есть вы себя чувствуете себя как шейх, как принцесса какая-то или королева. И принц, да, то есть король. По цене студенческой. То есть такую цену, если вы скажете своим друзьям, что вы можете им достать поездку в Дубай, да, или там Орландо, или еще куда-либо, по такой цене все включено, то они будут готовы расцеловать вас. Что вы подумали о них? Давайте посмотрим далее. Гавайи. Да, то есть посмотрите на это райское место Гавайи, да, то есть мечта любого человека побывать на Гавайях. То же самое, везде та же самая цена, на двух человек все абсолютно включено, посмотрите. Лондон, посмотрите на эту роскошь, на этот шикарный стиль вообще, да, то есть королевские замки, все включено. Вот это отдых, что вы прилетели, вы ни о чем не думаете, за все уже продумано за вас. Вы сказали, хочу вот это, и получили сразу же на месте. Вот это отдых. Я думаю, что вы заслуживаете иметь такой отдых в жизни. Вы довольно тяжело работали всю свою жизнь, чтобы заслужить иметь такой отдых и, как говорится, отдохнуть по полной программе. Давайте посмотрим еще один потрясающий продукт, который есть у наших клиентов, у наших партнеров. Вот.
Значит, это, естественно, самая низкогарантированная цена на гостиницы во всем мире. Да, то есть я вам просто сейчас покажу пример, сравнение, да, то есть я не буду говорить много слов, просто покажу цифры, сами смотрите. Вот, допустим, Даллас, гостиница Marriott. Ну, знаете такую гостиницу, естественно. Да, то есть та же самая гостиница, да, тот же самый адрес, вот смотрите везде, да, то есть все то же самое. Те же самые числа, да, то есть мы взяли, сравниваем с самыми, скажем так, дешевыми сайтами на планете. Да, то есть Expedia, это считается самый дешевый сайт на, то есть самые низкие цены на путешествия, скажем так, во всем мире. Значит, на Expedia цена ночи в этой гостинице стоит $214 за ночь. Да, то есть для тех, которые немножко поумней, да, то есть они напрямик выходят на гостиницу. Чем платить деньги Expedia? Да, их можно в гостинице купить напрямик. Цена в гостинице напрямик $209 за ночь. А цена на вашем сайте, если вы клиент компании, 88,29 за ночь. $88. То есть экономия более $125 за ночь. А если вы на неделю поехали отдыхать? Или на две? А на месяц? То есть сами считайте, какая огромная экономия денег. Кстати, знаете самое интересное? За одну ночь, когда вы отдыхаете здесь, вы можете позволить себе полгода почти что, да, то есть 5 месяцев, если точно, 5 месяцев быть клиентом компании. Да, то есть на одной ночи вы экономите такую сумму. А если вы поехали на неделю отдыхать, то есть вы можете сразу же позволить себе 2 года наперед или там 1,5 года быть клиентом компании, ничем не думать, иметь самые дешевые, самые низкие цены на великолепный отдых в разных странах мира. Давайте посмотрим далее. Южная Корея, город Бусан. Да, то есть гостиница Хиат, да, то есть знаете такую гостиницу. Значит, самый дешевый сайт на планете в плане путешествий Expedia дает нам цену $243 за ночь. Да, то есть в Южной Корее пользуется большим спросом сайт, который называется вот Agoda. Значит, цена за ночь $270 на этом сайте. А для наших клиентов и партнеров, смотрите, 220,78. То есть огромная экономия денег. Да, то есть тот же самый гостиница, та же самая, тот же самый адрес, те же самые числа. Давайте посмотрим Лондон. Да, то есть гостиница Double Tree в Лондоне. Да, то есть те же самые числа, как вы видите. Да, Expedia дала цену $269 за ночь. Orbitz, это то, что в Англии пользуется большим интересом, то есть на этом сайте часто покупают англичане, $322 за ночь, а наша цена 217. Вот, пожалуйста. Да, то есть вам с таким продуктом вам не нужно ничего рассказывать. Просто покажите вот эту картинку, да, одну, вторую, третью, и человек, который летит отдыхать туда, скажет: все, я твой клиент. Не надо ничего рассказывать. Зачем рассказывать? Просто покажите. Или на сайт зайдите на свой, зайдите, сравните, покажите ему сравнение, все. Любая гостиница в мире. Вот это продукты. Да, то есть таким продуктом, естественно, очень просто строить бизнес. Итак, давайте посмотрим еще раз. Значит, если, кстати, тем, кому информация понравилась, я вам советую дальше не смотреть. Да, то есть прямо сейчас обратитесь к тому, кто вас пригласил на конференцию. Да, попросите ссылку для регистрации и прямо сразу же регистрируйтесь. Не ждите ни одной секунды. Каждая секунда очень дорого может обойтись. И у нас были такие ситуации уже в компании. Человек промедлил буквально 2 минуты, как он сказал. Кого он потерял? Того, кто заработал более 4 миллионов долларов за первый год. То есть так бы этот товарооборот был бы у него в команде. А так он ушел кому-то другому. Да, то есть знаете, как он себе до сих пор локти кусает? И будет всю жизнь кусать. Потому что это огромные деньги он потерял. За 2 минуты он потерял огромные деньги. Так что поэтому я советую вам прямо сейчас обратиться к тому, кто пригласил вас на конференцию. Естественно, ни в коем случае вам нельзя ждать до завтра, да, то есть, потому что есть такие, которые прослушали, и не то, что они через 2 минуты регистрируются, они завтра решили регистрироваться. То есть, если вам интересны деньги, прямо сейчас все бросайте и регистрируйтесь моментально. Иначе теряете деньги. Каждая секунда вы теряете деньги. Особенно сейчас, когда происходит такой ажиотаж на русскоязычном рынке. Вот, кстати, не забудьте поблагодарить человека, который с вами поделился этой информацией, в первую очередь. Да? В первую очередь поблагодарите и потом регистрируйте сразу же. Итак, сейчас мы перейдем к самому интересному, да, то есть для тех из вас, кто пришли сюда зарабатывать деньги, а я думаю, что это большинство, да, то я могу вам сказать только одно. Я поздравляю вас, дорогие друзья, да, то есть ваша мечта сбылась, да, теперь вам остается, то есть у вас сейчас есть ключ к той двери, за которой ваша мечта сбывается, становится, реализуется, да? Вот. Вам просто этим ключом нужно сейчас открыть для себя мир, да, открыть для себя двери в мир развлечений и удовольствий.
и зарабатывать, если вам интересно зарабатывать. Если нет, просто откройте для себя мир развлечений и удовольствия. И все. Я думаю, я уверен, точнее, не думаю, я уверен, что каждому из вас здесь интересно также зарабатывать деньги с этого. Кстати, я хочу проверить, что меня всем слышно, все в порядке у нас. Да, я вижу, все здесь нормально идет, все как полагается. Итак, значит, что я, значит, во-первых, я вынужден вам сказать очень важную информацию сейчас. Да, потому что то, что вы сейчас увидите на следующих слайдах, такого вы пока не видели в этой индустрии. И неважно, вы год работаете, месяц, 30 лет, 100 лет, сколько бы вы ни работали в этой индустрии, такого еще никогда не было. Поэтому я вынужден вам сказать то, что я сейчас скажу. Дорогие друзья, да, давайте жить в реальности. То есть, да, вы можете заработать и больше денег, чем то, что вы сейчас увидите. То есть, все в ваших руках. Ведь вы хозяин своей жизни, в ваших руках, абсолютно. Но, если вы собираетесь прийти в компанию, ничего абсолютно не делать и получать такие деньги, то я вынужден вас разочаровать немножко. Такого не произойдет. Потому что, как в любой легальной, законной компании, для того, чтобы получить деньги, нужно работать. Помните, я рассказывал про Денниса, про Тони, про Джейсона, про Дэйва? Да, то есть они за эти 4 месяца работали с утра до ночи. Да, но они заработали более миллиона долларов. Да, они побили все рекорды заработка в этой индустрии, но они работали с утра до ночи. Поэтому, пожалуйста, живите в реальности, да? То есть давайте не будем детьми. Да, то есть мы все взрослые люди и понимаем, что для того, чтобы получать такие огромные деньги баснословные, нужно, естественно, что-то делать. Сидя на диване, смотря телевизор, ничего не произойдет. Поэтому давайте в реальности жить. Да, то есть все в ваших руках. В зависимости от ваших усилий вы будете зарабатывать столько, сколько нужно вам. То есть да, этот маркетинг бьет все рекорды этой индустрии. Всех времен и народов. Такого никогда не было в индустрии. В какой компании вы слышали, что за 4 месяца человек, который всегда терял деньги, заработал миллион долларов? В какой компании? Нет такого. И не услышите такого. Поэтому перед тем, как я рассказываю о маркетинге, мне очень важно было вам сказать об этом. Надеюсь, что вы все меня услышали, все понимаете, что все зависит от вас. А если у вас есть желание достичь успеха, то, пожалуйста, действуйте, и вы получаете такие возможности. Итак, давайте посмотрим, какие варианты для регистрации у нас есть. Я не буду много здесь рассказывать, я просто расскажу, почему большинство выбирает именно VIP-пакет, да, и почему, естественно, я нахожусь на самом дорогом пакете, естественно, почему Роман находится в самом дорогом пакете, почему все лидеры нашей команды, да, выбрали для себя сразу же VIP-пакет, да, почему? Давайте посмотрим. Потому что, во-первых, мы получаем больше доступ к продукции, это раз, да, то есть как можно строить бизнес, если вы не знаете, что у вас есть. Да, это сложно строить. Поэтому желательно, естественно, вам знать для себя, что у нас есть. Да, то есть вам важно очень для себя увидеть ценность продукта. Да, то есть, как вы видели, как вы слышали, компания выбрала самый простой продукт для нас. Но вам важно именно для себя увидеть и оценить, насколько продукт ценен. Потому что это придаст вам веру в себя, веру в компанию, веру в то, что вы делаете. А когда у вас есть вера в себя, то достигаются вот такие результаты за 4 месяца. Миллион долларов и больше. Да, то есть для того, чтобы иметь веру в себя, что вам нужно сделать? Естественно, посмотреть, что вы имеете. Да, то есть деньги эти вы не платите за воздух, как в некоторых компаниях. Вы платите за продукт, который компания обошелся очень и очень дорого. Да? То есть даже возьмем ту же платформу Touch. Более 200 миллионов долларов обошлась платформа Touch. Это на первой стадии. Вот. Значит, почему большинство выбирает VIP-пакет? Потому что, естественно, это в плане продукции выгодно. Да, то есть мы получаем больше доступа к продукции. И, естественно, это выгодно в плане заработков. Теперь у меня такой к вам вопрос. Вам интересно получать минимум заработков за вашу работу или максимум заработков за вашу работу? Ну, если максимум заработков за ту же работу, что вы делаете, то, естественно, добро пожаловать в VIP-партнер компании. Если вам интересно минимум заработков получать, типа, да, я сейчас все это сделаю, да, но мне, пожалуйста, поменьше платите. Нет, там много, еще меньше. Да нет, там много, еще меньше. Ну, самый-самый минимум заплатите. Да, вот это нормально, вот одну копеечку, да. То тогда добро пожаловать, вы, похоже, вам лучше стоит быть плеером. Да? Если вы приходите зарабатывать больше денег за ту же самую работу, то вопросов никаких нет. Это, естественно, VIP-пакет. Но, кстати, вынужден вам сказать, VIP-пакеты ограничены. Не все успеют стать VIP-партнерами. Не все. И они уходят как семечки. Да, то есть всего 20 тысяч сливчиков могут стать VIP-партнерами.
Знаете, сколько счастливчиков еще осталось у нас? Немного. Все меньше и меньше и меньше и меньше. Так что поторопитесь, если вам интересно открыть для себя, да, то есть на полную, как говорится, катушку, на полную дверь открыть для себя дверь в мир развлечений и удовольствия в плане продукции, и на полную катушку открыть для себя дверь в плане заработков, то, естественно, вам стоит поторопиться. Потому что, кстати, многие даже берут несколько VIP-пакетов. Да, то есть 3, 7, 15, да, 40 кто-то берет, да, то есть такое тоже есть. Почему? Потому что эта позиция лимитирована, потому что скоро она закончится, ее больше не будет. Те, кто успели, успел. Не успел, опоздал. Так всегда в жизни. Вот. Значит, этот пакет стоит $1500 и дает 900 командных баллов. Да, то есть я не буду сейчас рассказывать про другие пакеты, вы все это видите на экране. Значит, он, естественно, самый популярный, потому что он открывает больше доступа к продукции. Вот, вы получаете, кстати, на этом пакете подарок. Компания вам дает подарок $450. Да, то есть первые 6 месяцев компания вместо вас оплачивает вашу активность компании. Да, кстати, еще один важный момент. Значит, мы здесь говорим о компании, в которой есть пассивный доход. Да, то есть о легальной, законной компании, стабильной и солидной, которая пришла надолго, в которой есть такое понятие пассивный доход. Знаете, что такое пассивный доход? Пассивный доход – это когда вы работу делаете один раз, а деньги получаете каждый месяц. Вам интересно иметь пассивный доход? Ну, я думаю, что да. Да, то есть мы люди не глупые все, да, то есть почему бы нет? За работу, которую один раз делать, получать каждый месяц деньги, ну а кто не захочет? Любой нормальный человек захочет. Вот, значит, у нас есть пассивный доход, и это очень приятно, потому что, кстати, одна из причин, по которой я работаю в сетевом маркетинге, это возможность построения пассивного дохода. То есть работу один раз делал, и все, деньги получаешь всю жизнь свою. Да, то есть для того, чтобы был пассивный доход, да, в любой легальной компании, естественно, должна быть ежемесячная оплата, с которой платится пассивный доход. То есть компания получает ежемесячную оплату, и с этих денег выплачивает пассивный доход ежемесячный. Да, то есть если вам какая-то компания или кто-то рассказывает сказки, что типа у нас типа пассивный доход, а ты ничего не платишь каждый месяц, не верьте, это неправда, это нелегально. Да, то есть это компания, которая банкротится за месяц, за два, за три, за полгода. Да, то есть это нелегально, такого не существует. Вот, то есть в любой легальной компании, в которой есть пассивный доход, настоящий, да, то есть, естественно, должна быть ежемесячная оплата. Вот, значит, на пакете VIP вы получаете подарок $450 от компании. Полгода компания вам оплачивает ежемесячную активность. Полгода. Как вам такой подарок? Ну, я думаю, вы понимаете, почему большинство убирает именно VIP-пакет сразу же. Потому что он самый прибыльный по всем понятиям. Теперь давайте посмотрим в плане продукции, что у нас здесь есть. Значит, вот посмотрите, сразу же видно, да, то есть моментально, что здесь у нас гораздо больше продукции, гораздо больше. Да, то есть давайте скажем так, вот представьте, что вы, допустим, у вас свой ресторан, да, а вы даже не знаете, какого вкуса ваша пища. Да, то есть вот люди приходят кушать к вам в ресторан, а вы не знаете, что они кушают там. Может там все, то есть вот люди перестали приходить к вам в ресторан, да, перестали приходить, а вы задаете вопрос, а почему не перестали приходить? А может у вас еда вся невкусная? И все? То есть может вам нужно поменять шеф-повара? Да, то есть то же самое здесь. Вам нужно естественно, знать, что вы имеете. Для того, чтобы иметь эту самую веру в себя. Когда есть вера в себя, то все невозможное становится сверхвозможным. Я просто вам говорю с моего опыта. Когда есть вера в себя, все невозможное становится сверхвозможным. Поэтому, естественно, вам нужно иметь, как говорится, свой опыт в плане продукции, что у вас есть. Да, что вы скажете человеку? Да, то есть вот почему многие говорят, Борис, а я не понимаю, что у меня есть. Ну, потому что вы не знаете, что у вас есть. Да, то есть вы проверяли, что у вас есть? Нет. Как вы можете знать, что у вас есть? Проверьте. Да, то есть если вы зашли на пакет плеера, то у вас есть не так много всего. Да, поэтому, естественно, у вас нет веры в себя. То есть почему продукт нужен? Он дает веру в себя. Вот оно. Вот ключ к успеху. Вера в себя. Поэтому, кстати, те, кто приходит сразу же на VIP-пакет, это те, которые достигают просто неимоверных результатов в этой компании. И это нормально. Это естественно. Да, то есть это в плане продукции. Да, то есть вы видите сразу, да, в чем разница. Кстати, еще один потрясающий подарок, который получают наши VIP-партнеры, это шикарная поездка, да, в Мексику, в этот резорт, то, что я показывал ранее, Оазис. 4 дня, 3 ночи на 2 человек. Подарок от компании. Как вам такое?
Ну, естественно, море других потрясающих льгот, преимуществ и так далее, и продуктов. Вот, теперь давайте посмотрим в плане маркетинга. Значит, у нас есть множество бонусов, да, но я хочу именно вот сфокусироваться, скажем так, на трех основных бонусах. Да, то есть те три бонуса, которые, в принципе, создали всех наших миллионеров долларовых. Заметьте, а у нас гораздо больше бонусов. А я именно вот про три бонуса хочу вам рассказать в основном. Значит, первый бонус – это бонус быстрого старта. Так называемый активный бонус. То есть сделал X, получил Y. Да, то есть так называемый. Вот, значит, как работает бонус быстрого старта? Очень просто. Во-первых, он выплачивается каждую неделю. Во-вторых, работает он таким образом. Да, то есть вот за то, что вы делаете маркетинг, да, то есть вот как в ресторане, как я рассказал про ресторан, то же самое вы делаете здесь, я извиняюсь за моих собачек. Вот, они тоже пытаются участвовать в конференции, как вы слышите. То есть знаете, что конференция международная, в разных странах транслируется и хотят войти в историю тоже. Я шучу. Вот, значит, бонус быстрого старта таким образом работает. Значит, мы делаем то же самое, что мы делаем с рестораном, да, когда нам понравилось в ресторане. Абсолютно ту же самую работу. Значит, если мы это хорошо сделали, то мы получаем 150 долларов, да, за эту работу. Если мы это сделали средненько, да, так на троечку, мы получаем 50 долларов за эту работу. А если мы это вообще никак не сделали, то есть на единицу, мы получаем 10 долларов. Да, то есть все очень просто. То есть почему я это говорю? Потому что очень просто. Если вы правильно информацию подали человеку, он, естественно, зарегистрируется как VIP-партнер. Да? И потом будет благодарен вам, что он зарегистрировался как VIP-партнер. Потому что он будет иметь больше доступа к продукции и доступ ко всем бонусам, максимальным бонусам за ту же самую работу. Если вы не совсем поделились с ним информацией, то он неправильно сделает для себя выбор. Потом он будет, кстати, вас винить в этом. Потому что он узнает так или иначе, что нужно апгрейд делать побыстрее. Если вы совсем плохо это сделали, да, то он об этом тоже, естественно, узнает и будет вас очень сильно винить. Да, и, кстати, вы получаете, естественно, в соответствии. Да, значит, этот бонус платится каждую неделю, каждую пятницу. Вот, значит, так называемый активный бонус. Теперь второй бонус, который я расскажу, это командный бонус. Это для тех, которые вот командные игроки, скажем так, да, то есть командные лидеры, так называемые. Да, то есть те люди, которые не думают только за себя, да, а те люди, которые в первую очередь думают за своих людей. Да, то есть как я, как вот Роман, да, то есть как Дмитрий, да, Валентина, там, Алексей, да, Геннадий, да, то есть, ну и многие другие, Василий, вот, то есть я не буду сейчас всех перечислять, Ирина, вот, значит, вы сами знаете, кто у нас командные лидеры, вот, и командный бонус это именно вот бонус, который, скажем так, первый, так называемый, очень вкусный бонус, так называемый. Значит, почему он очень вкусный, давайте посмотрим. Потому что здесь включается командная работа. А знаете, что происходит, когда работает командная работа, когда есть командная работа? Происходит следующее. Вы начинаете зарабатывать деньги, даже когда вы спите. Почему? Потому что ваша команда может быть в разных странах. Да, то есть вот у меня сегодня более 55 стран находится в моей команде. Знаете, как я обожаю просыпаться, и я заработал деньги, пока спал. И, кстати, такие деньги, что здесь за бизнес не все зарабатывают, тогда бывает тоже, да, то есть... Бывают такие ночи, да, то есть я просыпаюсь, заработал столько, сколько люди за месяц зарабатывают здесь. И это очень приятно. И, кстати, и вам желаю того же. То есть у вас тоже такое произойдет, если вы постепенно к этому идете. Да, если вы сегодня начали, а завтра вы уже забросили все, естественно, вам этого не видать, как своих ушей. Значит, командный бонус, как он работает? Давайте посмотрим. Значит, заметьте, вот, допустим, это вы. То есть неважно, это от вас, это не от вас, это неважно. Все, что под вами, это ваша командная... Это ваш командный товарооборот, так называемый. Да, с товарооборота мы получаем заработки. Вот. Значит, давайте посмотрим. То есть, допустим, если над вами находится там кто-то, да, а над ними еще кто-то и так далее, и человек, которого они зарегистрировали, а у них ведь только две опции, лево или право, да, этот человек попадает в вашу команду, то это вам приносит командный бонус. И неважно, это ваш человек или не ваш. Вот она, командная работа. Да? То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что если вы работаете в правильной команде, то вам будет ох, как хорошо. Вам ох, как повезло. Да? То есть, давайте посмотрим, как он более, то есть, более подробно, как он работает. Значит, во-первых, здесь, кстати, очень важно, заметьте, то, как вы зарегистрировались. Если вы зарегистрировались как большинство партнеров этой компании, то есть на VIP-пакет, то вы получаете максимальный заработок за вашу командную работу, так называемую. Да, то есть с вами или без вас. Значит, VIP-партнер получает 60 долларов за каждый цикл. Что такое цикл? Это когда у вас 300 баллов слева, 300 баллов справа. Помните, я говорил, VIP-пакет дает 900 баллов. Помните, я рассказывал об этом? Вот, то есть, один VIP-пакет дает вам 3 цикла сразу же. Да? С одной ветки. То есть,
3 цикла умножить на $60, $180 вы получили, когда кто-то где-то как-то зарегистрировался у вас. $180. Даже если вы спали на какой-то стадии. Тогда у вас есть уже команда, естественно. Да, как вам такое? $180 каждый раз, когда идет регистрация. А регистрация, знаете, как здесь идут? Вот так. Да? И чем дальше, тем больше вот это происходит. Да, то есть проснулись, раз у вас уже накапало, там, я не знаю, $1000 за ночь, пока спали. Как вам такая идея? Как вам такая тема? И заметьте, мы работаем в компании, которая бьет рекорды заработка. С продуктом, который не имеет равных, потому что он впервые в этой индустрии. 5 огромных трендов. Помните, что сказал Уоррен Баффет? Вам нужно просто быть перед трендом. А у нас 5 трендов, перед которыми мы находимся. Представляете? То есть здесь это происходит вот так. И все быстрее и быстрее. То есть поэтому вам выгодно, да, естественно, для себя открыть максимальные бонусы в первую секунду, что вы в компании. Не через месяц, не через два, а сразу. Если вам интересно зарабатывать сразу, а не через месяц, через два. Да? То есть если вы начали с другого пакета, вы просто получаете меньше за ту же самую работу и все. Да? То есть я вам просто приведу пример сейчас. То есть это лучше видно на примере. Представьте, что за сегодня, допустим, на какой-то стадии, за один день, представьте, такое будет происходить у всех людей, здесь кто находится, потому что вы первые русскоязычные. Вот. Значит, на какой-то стадии за один день, допустим, у вас произошло следующее. С левой стороны у вас было 15 тысяч баллов, с правой стороны было 20 тысяч баллов, допустим. Ну, к примеру. Да? То есть 15 тысяч баллов, сколько это циклов? Давайте посчитаем. 15 тысяч поделить на 300 баллов, это 50 циклов за день, за сегодня, допустим. Да? На какой-то стадии. То есть 50 циклов умножьте на $60, которые вы получаете как VIP-партнер. $3000 вы заработали за сегодня, да, командный бонус. Если вы начали с пакетом Player, например, то за ту же самую работу эти 50 циклов, сколько вам дадут? На $1000 меньше. Теперь вопрос к вам. Как вам выгоднее? На $1000 больше или меньше? Это не мне отвечать, вам отвечать. Ну, сами, как говорится, решайте. То есть мне, естественно, выгоднее больше. Так же, как Роману, так же, как другим нашим лидерам. Да, Ирине там и так далее, Михаилу, Але там. Вот. Но это решение каждого из людей, которые приходят зарабатывать деньги. То есть кто-то хочет зарабатывать немножко. Да, то есть те, которые хотят зарабатывать чуть-чуть совсем, они могут там и в другую компанию пойти, чуть-чуть зарабатывать. И много не надо. Там 5 копеек в день, там $10. Да, то есть достаточно. Те, которые хотят больше зарабатывать, естественно, они сюда идут к нам. Потому что здесь маркетинг бьет рекорды заработков. Сколько мы можем заработать на командном бонусе? $5000 в день на одном аккаунте. То есть если у вас 3 аккаунта, значит 15. 10 аккаунтов, значит 50 и так далее. Кстати, $5000 в день это $35000 в неделю. Это $1.8 миллиона в год на одном аккаунте. То есть если вам этого недостаточно, как, например, мне и другим нашим лидерам, то вы можете взять, например, там 2 аккаунта, 5 аккаунтов, 10, сколько хотите. Пока что это возможно, пока что. Но сейчас все будет жестче и жестче. Увидите. То есть я просто так не говорю. То есть у меня есть информация кое-какая. Поэтому тем, кому это интересно, поторопитесь. Скоро этого не будет. Вот. Командный бонус платится также еженедельно. Заметьте, каждую пятницу деньги у вас в аккаунте. Да? Так же, как и первый бонус. То есть очень приятно, что компания понимает, что нам нужны деньги не потом, а сейчас. Потому что многие компании не понимают этого. Они думают, ну он поработает месяц, а потом я ему заплачу. Да, и есть такие, которые не знают о том, что можно деньги получать каждую неделю. Да, и большие деньги, не копейки. Вот, давайте посмотрим еще один бонус, который платится каждую неделю, заметьте. И это очень приятно. Это бонус матчинг бонус. Кстати, мой любимый бонус компании. Именно матчинг бонус. Но этот бонус не для всех. Почему? Потому что матчинг бонус это только для лидеров. Что значит лидер? Лидер это тот, кто начал с правильного пакета. То есть, почему? Потому что лидер это пример своей команде. Да, то есть лидер, который начал не с правильного пакета, он неправильный лидер, он не лидер. Потому что его команда будет тоже начинать неправильно. То есть из-за него его люди будут зарабатывать меньше денег, чем могли бы зарабатывать. То есть из-за него или за нее. Потому что неправильный пример идет. А знаете, как говорится, пример заразителен. Вот, поэтому матчинг-бонус это только для лидеров. Те, которые помогают своим людям зарабатывать деньги, а не которые думают за себя. Да, то есть от того, как вы начали, зависит, насколько ваши партнеры могут добиться успеха. То есть если вы начали неправильно для себя, то вы начали неправильно и для них. Потому что идет неправильная дупликация. Давайте посмотрим, как матчинг-бонус работает. Во-первых, он тоже платится каждую неделю. Это потрясающе.
Значит, как он работает? Внимательно слушайте, потому что это очень важно. Да, это очень важно для вас узнать, как работает матчинг-бонус. Потому что такого я пока не видел нигде еще. Значит, матчинг-бонус мы получаем так. За людей, которых мы лично пригласили, да, то есть людей, которым мы лично помогли, мы получаем 20% от их заработков каждую неделю. Представляете, сколько это денег? Если не приходит зарабатывать деньги, не телевизор смотреть. Это море денег. Просто море денег. Теперь вопрос к вам такой. Кого вам выгодно приводить сюда? Тех, которые телевизор будут смотреть и звонить, спрашивать, ну что там, что произошло? Или тех, которые приходят зарабатывать деньги? Естественно, тех, которые приходят зарабатывать. Потому что то, что они зарабатывают, вы получаете 20% каждую неделю от их заработков. То есть, естественно, приглашайте, пожалуйста, солидных людей. Не детвору. Да, то есть не тех, которые, я не имею в виду в плане возраста. То есть, может быть, даже человек, которому 80 лет, и может быть детворой в плане сетевого маркетинга. Да, то есть заниматься ерундой всякой. Да, то есть я не об этом говорю. Вот теперь, с людей, которых эти люди пригласили, ваши, да, вы получаете 15% каждую неделю от их заработков. 15% от того, что люди, которых вы даже не знаете, зарабатывают. Людей, которых они пригласили, то есть этих вы 100% не знаете, вы получаете 10% от их заработков каждую неделю. Представляете? Людей, которых вот эти люди пригласили, вы получаете каждую неделю от их заработков еще 10%. И людей, которых те люди пригласили, вот эти вот, в четвертой смысле, да, вы получаете от их заработков тоже 10%. Представляете, что это такое? Это просто бомба. Знаете, кстати, ребята, с которыми я работаю здесь, в этой компании, которых я выбрал себе как спонсоров, это первое звено компании, они только на матчинг-бонусе заработали более 50% своих заработков. То есть более $1,5 миллионов только на одном бонусе. Представляете, насколько он денежный? А теперь представьте, если вы не начали с правильным пакетом, потому что плееры не имеют доступа вообще к матчинг-бонусу. Представляете, сколько денег вы теряете? Море денег. Море. Да? Значит, теперь для того, чтобы открыть все 5 поколений, да, то есть вот то, что я рассказывал, вам нужно, естественно, быть VIP-партнером, вот, и помочь двум людям обязательно. То есть те, которые не помогают людям, для них будет открыто только 3 поколения. Только те, которые помогают людям, могут открыть для себя на целый год без квалификации вообще, да, все 5 поколений. А ведь это море денег. Это море денег. То есть просто пример возьмите. Давайте в среднем возьмем 5 человек, каждый пригласил от себя. Да, то есть, допустим, вы пригласили 5, да, то есть ваш первая линия ваша, то есть ваши личные 5 человек, их личные 25 человек, потому что каждый по 5 в среднем, да? Ну, я пример беру. Третья линия это 125 человек, четвертая 625 человек и пятая более 3000 человек. То есть если вы не открыли для себя четвертую-пятую линию, то вы теряете сколько? Более 3600 чеков каждую неделю потенциальных. Более 3600 чеков. Теперь вопрос к вам такой, вам деньги нужны сильно или не очень? Если сильно, то сами решайте, как вам нужно начинать, да, и что вам нужно сделать для того, чтобы получать больше денег, если вам сильно нужны деньги, большие деньги. Да, то есть все решайте для себя. Вот, если вы начали с пакетом High Roller, то вам этого всего не видать. Вы просто получаете 20% от ваших лично приглашенных 2 месяца абсолютно без каких-либо квалификаций. И все. Потом квалификации нужно делать. Кстати, не тяжелые абсолютно квалификации. Вот, далее. Давайте посмотрим следующий бонус. Значит, этот бонус платят за каждую неделю так же, как и предыдущий. И это очень приятно. То есть вот это 3 основных бонуса, на которых наши миллионеры заработали миллионы долларов. Да, то есть теперь давайте посмотрим так называемые подарочные бонусы. Я их называю подарочные бонусы, потому что это как бы так дополнительно еще за все. Кроме всего этого, да, кроме того, что бьет рекорды заработка в этой индустрии, у нас есть еще также дополнительные бонусы, подарочные так называемые. Лидерский бонус. Вы получаете за каждую позицию, вы получаете дополнительный подарок от компании, да, то есть одноразовый чек, да, то есть единоразовый чек. На позиции бронзы вы получаете за ту же самую работу, да, за все то, что вы делали. $5000 в подарок, на позиции серебро 10 тысяч, золото 25, рубин 50, изумруд 100 и бриллиант $500,000 подарок. Кстати, вот на этом подарке вы можете спокойно идти брать Rolls-Royce Phantom. Да, подарок получили, пошли машину взяли. И все. Да, то есть есть компании, которые вам каждый месяц платят так называемые деньги на машину. Да, потом раз, потеряли ваш статус, и самому платить надо деньги. И все, и попали. Да, у нас такого нет. У нас нет попадалого, как в тех компаниях. Да, у нас есть подарок, получил, пошел, купил. Все.
Забыл все. Пользуешься подарками, имеешь море удовольствия. Все очень просто. Далее, лидерский пул. Значит, лидерский пул платится каждый месяц. Заметьте, многие компании платят раз в квартал, раз в 3 месяца. У нас каждый месяц. Потому что компания понимает, что людям нужны деньги не потом, а сейчас. И все. Теперь, обычно лидерский пул, то, что я видел, ну, это обычно 0,5%, процент, ну, 1,5%, это уже если такие сверхъестественные компании. Знаете, сколько у нас лидерский пул? До 25%. Заметьте, не 0,5% и не 1,5%, а до 25% от всемирной прибыли компании. Представляете, что это такое? Заметьте, у нас пока еще нет ни одного бриллианта в компании. Может, вы будете первым бриллиантом? Кто-то из вас может быть первым бриллиантом, если вы хотите, если вам нужны деньги сильно. Если вам сильно деньги не нужны, то вам не быть бриллиантом. Конечно. Кто-то другой будет бриллиантом. Да, то есть на каждой позиции получаете 5% дополнительно. То есть серебро 5, золото еще 5, рубин еще 5, изумруд еще 5 и бриллиант 25% от заработков компании во всем мире, от прибыли компании. Я напоминаю, компания международная. Это не 30 стран, это не 40 стран, это весь мир. Хотите иметь 25% от заработков компании, которая во всем мире работает? Компания, которая бьет рекорды заработков индустрии. Ну, я думаю, что естественно. Вот. Так что еще один потрясающий бонус. Видите, сколько у нас бонусов? То есть на первых 3 бонусах наши миллионеры стали миллионерами. Я даже про это не говорил. Бонус за привлечение клиентов. Поскольку мы компания, которая построена на клиентов, да, это очень приятно, потому что любая, возьмите тоже Microsoft, да, это компания, которая построена на клиентах. Возьмите Apple, да, компания, которая построена на клиентах. Возьмите Visa или MasterCard, компания, которая построена на клиентах. Да, то есть любая солидная компания, которая пришла надолго, она строится на клиентах. И мне очень приятно, что я работаю в компании, которая построена на клиентах. Компания, которая солидная, стабильная и пришла надолго. У нас, кстати, в компании находится в 2 раза больше клиентов, чем дистрибьюторов. И меня это очень радует. А у нас, кстати, есть еще бонус за привлечение клиентов. И это просто сказка. До 60% от того, что клиенты наши делают в компании, приобретают, да, идет к нам в маркетинг. Да, то есть те, кто строит бизнес, получают еще один подарок от компании. Класс. Просто класс. Кроме того, для тех, кто не любит платить ежемесячную плату, как я, например, да, я не плачу ее. Как вы думаете, почему? Потому что каждый месяц я приглашаю 4 человек. И все. 4 человек пригласили, неважно, как они зашли. Да? Все, на следующий месяц не платите оплату ежемесячную. Еще 4 на следующий месяц. На следующий месяц не платите и так далее. То есть, если не хотите платить ежемесячную оплату, нет проблем, пожалуйста. Компания дает вам альтернативу. Да, просто класс. Просто класс. Теперь давайте посмотрим, почему вам стоило присоединиться в компанию еще вчера. Если вы это не сделали, все бросайте, прямо сейчас подключайте. Во-первых, компания бьет все рекорды по заработкам. Вопрос к вам. Вы работали когда-то в компании, которая побила все рекорды заработков в индустрии? Неа. Второй вопрос, вторая причина. 5 мультимиллиардных трендов, которых никогда не было в сетевом бизнесе. Вопрос к вам. Вы работали когда-нибудь с компанией, которая впервые в индустрии представила 5 мультимиллиардных международных трендов? Неа. Третья причина. Начало раздела международного и русского рынка. Вопрос к вам. Вы когда-то были в начале раздела международного и русского рынка с компанией, которая бьет все рекорды заработков? Неа. Четвертая причина. Мы в самой динамичной команде миллионеров. Это так. Да? То есть я лично, мои спонсоры, которых я выбрал лично, да, это первое звено компании, это люди, которые побили все рекорды заработков этой индустрии. И вы работаете в команде этих людей, так же, как и в моей команде, естественно. Такого у вас тоже пока не было. Не так ли? Пятая причина. Самое популярное направление на рынке развлечений. Такого у вас тоже еще не было. Шестое. Люди всегда тратят деньги на развлечения. Да? А мы теперь можем с этих огромнейших сумм получать свою часть. Седьмое. Отдых по-королевски по самым вкусным ценам. Потрясающе. Это мечта каждого человека. И восьмое. Все мечтают о развлечениях. А с нами вы развлекаетесь, еще зарабатываете. Теперь вопрос вам такой. Что-то лучше, чем это? Существует? Неа. Я помогаю вам ответить. Просто не тратьте время свое. Поверьте мне, я за вас делаю эту тяжелую работу.
Я когда эту компанию сам искал, да, я сделал всю тяжелую работу за вас, дорогих моих друзей. И теперь, перед тем, как я передаю слово нашим потрясающим гостям, которые сегодня с нами, я хочу еще раз сказать для тех, кто подключились чуть позже на эту конференцию, я напоминаю, что речь шла о компании, которая установила новые рекорды по заработкам в MLM-индустрии. Таких результатов, как вы видите на этой картинке, никогда еще в сетевом маркетинге за более 100 лет существования не было. Почему такое произошло для тех, кто позже подключился? Потому что компания выбрала правильное направление. И у руля компании люди, которые умеют выбирать правильное направление. И мне очень приятно быть в этой компании и эту компанию принести на международный рынок.